И вот красавица Одесса меня встретила вместе с красавицей моей подругой. Приветики, друзья! Я сейчас в Одессе под политехническим университетом. Вот мы идем к морю, в Аркадию. Обещаю вам интересное путешествие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, со мной всегда интересно. А это мой институт. Это мой первый институт, сельскохозяйственная академия. Да, это мои первые высокие коридоры. Только чуть-чуть не разберусь, что тут написано. Одесский международный медичный университет. А как это так может быть, когда это был всегда сельскохозяйственный? Ага, это теперь мой корпус стал и медичным. Ничего себе, агрономия стала медициной. Ой, боже, сколько тут связано. Я тут провела 6 лет своей жизни. Да, и елка улетная. И универ мой улетный. Открытие для меня, слышишь, он стал медицинским, капец. Новый корпус моего института. Политехнический институт. Ну, понятно, что это только корпус, к которому мы подошли. Это целый городок, как и сельхоз. Мы прошли только пару зданий. И все дальше, дальше, дальше. Это все политех и глубже. Это проспект имени Шевченко. Кавьярня для студентов. И хинкальня. Тоже для студентов. Thank you.
база моряков. Да, потом была база нашего Блопотребсоюза. А это теперь этот Одесская духовная семинария.
делают, ремонтируют, скоро откроют. Здесь там есть пробка. Обратите внимание, почему-то смешно. Ресторан, комнаты отдыха. Это для тех, кто устал от еды. Вот скажите, парни, идут мимо меня парни. Ну дайте блогеру интервью, хлопцы. Правда? А как мне хочется, чтобы вы разговаривали? Я по телефону только что разговаривал. Люди перелюбили общаться. Не, мы любим просто. Ясно. Ясно. Ага. С этим. Класс.
мне сказал один мой друг, у него тоже свой канал, и человек из Португалии, я посматриваю к нему, он показывает сюда океан, море, я просто кайфую от вида моря. Вот, я ему говорю, вы знаете, я тоже еду в Одессу, к счастью, к морю. Для меня море. Он говорит, вот знаешь, Леночка, это, наверное, место, которое дает тебе энергию. Вы знаете, а я точно могу вам сказать, он был абсолютно прав, я над этим не думала. А мне место, Одесса, море, вообще это место мне действительно дает жизненную энергию. Вот, пойдем гулять. Послушаем тихо шум волн. Буду мучить. А вы не против? Видно, что я ППА, да? Вы что, не против, чтобы вы его получили? Получите? Смотри, какой он, а? Классный. Как наши дети. Он как мой сыночек. Моложе. 18. Да, язык прикусили. Хлебушек белый, да? Да. Ребятки, шумы я из помещения не убирала специально, чтобы немножко передать колорит. К сожалению, я снимала и не увидела, что камера была не включена. И вот включила, уже, конечно, разговор заканчивался. Ну, не страшно. Мы сюда зашли перекусить. Очень понравилось. Место горбушка. Это не рыба-горбуша, а хлебная горбушка. Очень вкусненько. Ребята большие молодцы. А блогеры знают о песне, несмотря на милое личко? Нет, не знаю. Алкоголичка. О, супер! Смотри, вот не у... Вот садили, и все, он висит. Вот прилетят.
Вечер наступил очень быстро. Мы прогуляли целый день. Насладились и общением, насладились морем, наслушались шума воды, наслушались пения чаек. Вернулись домой уставшие, пьяные и счастливые. В этом трамвае мы поехали домой и на нем развезем вас, своих зрителей. Оставайтесь со мной, друзья. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Со мной всегда интересно. До встречи. Народ, скажите, вы знаете что-нибудь о счастье? Знаю, не знаете. А если знаете, напишите в комментариях, что вы знаете о счастье. А вот у меня с Олей, Оля это моя подруга, у нас счастье. Мы сегодня так хорошо погуляли по морю, подышали, обалдеть просто. Да? Заряд энергии, позитива. Море это любовь такая. Какая любовь? Море. Такая любовь. Какая любовь? Такая любовь. Нет, не такая любовь. Про любовь вы узнаете в следующем выпуске. Поэтому приглашаю вас в следующий выпуск «Не за горами».